только денег. Сережа, что ты наделал? Сережа, хватит играть в телефон. Закрывай давай, у тебя уже время. Мам, почему мне можно играть только один час? Потому что от телефона зрение садится. Иди лучше вон игрушками поиграй, у тебя их полная комната. А мне пора уже идти на тренировку. Давай, давай, закрывай, играй игрушками. А чем тут играть? У меня все игрушки старые. Бейблейды? Нет, не хочу. Я их уже все сгрожал. А может, теми игрушками, которыми я давно не играл, посмотрю под горкой? Ой, ничего нету, одна ерунда. Ого! А это что? Ого! Я не помню, что я ее сюда ложил. Только денег. Деньги чужие брать нельзя. Надо узнать, чьи они. Ого, сколько денег. Интересно, кто мне их положил? Алло, папа, а ты в моей комнате ничего не попрятал? Например? Ну, например, деньги. Нет, сын, деньги мне прятать незачем. Ну, ладно, пап, пока. Пока. Чьи же это деньги? Может быть, мамины? Мама, алло, а ты под моей горкой ничего не попрятала? Сынуль, какие прятки? Я на тренировке, не слышно ничего. Мам, у меня под горкой деньги лежат. Чьи они? Сереж, какие деньги? Ты снова в пиратов играешь? Никаких денег я никуда не прятала. Я скоро буду дома. Давай, пока. Ну, ладно. Ну, если эти деньги не чьи, то значит они мои. Пока мама не придет, я не могу выйти на улицу. О, есть же интернет-магазин. Что же мне заказать? Может, новый Бейблейд? Точно, у меня нету Фавнира F3. Закажу его для коллекции. Вот он, заказать. Так быстро, классный магазин. Спасибо.
Спасибо. Ой, у меня же ведь есть такой. Наверное, когда я заказывал, кто ошибся. Ну ладно, потом разыграю своим подписчикам на канале. Так, закажу тогда этот и этот. У меня таких еще нету. О, уже привезли так быстро. Ого, а что тут за магазин игрушек и конфет? А, это я все купил, угощайся. Спасибо. Такая кукла классная. Конфетку возьму. Что за игрушки? Такая кукла прикольная. Это я купил себе и Полине. Ну, насколько я знаю, то эти игрушки все дорогие. Да и платья эти не дешевые. Ты что, банк ограбил? Я нашел деньги у себя под горкой, в этой шкатулке. У меня еще остались, могу поделиться. Сережа, что ты наделал? Эти деньги нельзя было тратить. Почему? Я же у вас попросил, они ничьи. Это деньги не настоящие, это сувенир. И как это курьер не заметил? Походу уже заметил. Сережа, Сережа. Ребята, никогда не тратьте чужие деньги. Свои.
свою находку обязательно покажите родителям. Ставь лайк, если бы хотел исполнения желаний. И чтоб жизни было веселей, подпишись на мой Сергей! I'm not gonna